Здравствуйте, уважаемые студенты! Рад приветствовать вас в курсе элементов криптографии. И тема сегодняшней лекции будет посвящена электронным цифровым подписям. Ну, достаточно актуальная тема, да? Опять же, учитывая, что в цифровую эпоху отказ постепенно от бумажных носителей неизбежен. Ну и таким образом смену различных закорючек, да, приходит цифровая электронная подпись, то есть некоторый набор цифр по определенным правилам, вычисленный, идентифицирующий таким образом подписывающего. Ну, собственно говоря, не исключено, что каждый из вас так или иначе столкнется с необходимостью создания для себя генерации своей уникальной электронной цифровой подписи. Опять же, если ранее такого опыта не было, то не исключено, что будет в обозримом будущем. Цифровые паспорта, опять же, да, переход инициирован. Ну и таким образом, понимание сути этой электронной цифровой подписи, да, почему ее продолжительность действия ограничена по времени, оказывается, на каких принципах математических она базируется. Ну и сейчас попробуем рассмотреть. План, собственно, такой. Начнем с некоторых общих положений, сведений об электронной цифровой подписи. Какие идеи, да, лежат в основе этого. А завершим во второй части речью о электронных цифровых подписях на основе криптосистемы RSA. То есть известной, с одной стороны, исторически первой сложившейся и по сей день не потерявшей актуальности криптосистемы, ну, для простоты изложения, да, опять же, на небольших числовых значениях попробуем посчитать, подписывать, проверять эти подписи и так далее. Ну, приступим, да? Представьте, что вам отправили по электронной почте некоторый документ с конфиденциальной информацией, ну, например, по финансированию школы или какого-то вашего учебного заведения на будущий год. И вам необходимо, естественно, абсолютная уверенность в том, что полученный файл совершенно идентичен оригиналу. Ну и содержащиеся в нем цифры не были изменены в пути. То есть это такая важная, да, ключевая информация. Пара же скомпрометированных значений в этом документе могут стоить вашему учреждению достаточно крупной суммы. И подозрение на то, что принятый документ в пути был подделан, появляется, если некоторые цифры не сойдутся. А электронная же передача велась через некоторую внешнюю почтовую систему. Ну и, соответственно, проверить достоверность принятой информации просто необходимо. Спрашивается, как же убедиться в том, что полученный вами документ оказывается абсолютной копией отправленного вам оригинала. Ну, опять же, не обязательно это именно какие-то финансовые документы, может, даже ведомости успеваемости, да, обучающихся, или результаты прохождения единого госэкзамена, да. То есть много разной критической информации может оказаться в практически любой сфере деятельности. И здесь как раз возникает идея электронной цифровой подписи. Эта идея ЭЦП, да, как законного средства подтверждения подлинности подписанного документа и авторства документа в электронной форме. Эта идея была впервые явно сформулирована в работе 1976 года в статье двух молодых американских специалистов по вычислительным наукам из Стэнфордского университета.
А именно, это Уилфред Диффи и Мартин Хеллман. Ну, собственно, эти две фамилии, да, Диффи и Хеллман, они уже встречались ранее, да, как предтечи асимметричной криптосистемы. То есть ими же эта идея в 1976 году была сформулирована. Напомню, что буквально годом позже, позднее, в 1977 году, Рональд Ривьест, Ади Шамир и Леонард Адлеман, собственно, персоны, да, они на фотографии представлены, разработали криптографический алгоритм, получивший название по первым символам их фамилий, который без дополнительных модификаций оказалось возможным использовать для создания примитивных цифровых подписей, ну, как раз отвечающих тем целям, что ставились перед их применением. А вскоре же, после RSA, ну, то есть первые, да, так сказать, исторически появившиеся на свет криптосистемы с асимметричным ключом, были разработаны и другие электронные цифровые подписи, ну, такие как, например, алгоритмы цифровой подписи Рабина и Мерква. Михаил Ошер Рабин, израильский математик 1931 года рождения, а Ральф Чарльз Меркл 1952 года, да, чуть помоложе, американский криптограф. Вот, собственно, эти ребята, да, соответствующий протокол формирования электронных цифровых подписей тоже предлагали. А в 1984 году Шафи Гольдвассер, вот, собственно, слева внизу, да, рожденная 1958-го, израильско-американская ученая, также Сильво Микалли, рожденный в 1954 году, итальянский американский ученый, и Рональд Ривьест первыми строго определили требования к безопасности и алгоритмам цифровой подписи. Видим справа, да, Рональд Ривьест, тоже американский криптограф, рожденный 1947 года. Ими были описаны и опубликованы, да, в открытой печати, что характерно, модели атак на алгоритмы этих электронных цифровых подписей. Ну и в 1982 году была предложена схема по первым буквам, да, авторов соответствующего протокола криптографического, схема GMR, которая отвечала описанным требованиям. Получила название криптосистемы Гольдвассер-Микали. Ну, опять же, следует оговориться, да, что наши соотечественники в то время, советские математики, естественно, тоже трудились над созданием асимметричных криптоалгоритмов, да, их приложениями к созданию электронных цифровых подписей. Там же и перевод экономики на цифровые рельсы были, много-много интересного происходило, но для советских ученых это все в режиме строжайшей секретности осуществлялось лишь после, так сказать, развала, да, распада, снятия этих всех ограничений. В 1994 году главным управлением безопасности связи, аббревиатурой ФАПСИ, да, соответствующий институт, разработал первый российский стандарт, открытый, подчеркиваю. До этого тоже работы велись, но в закрытом формате. В 1994 открытый российский стандарт ЭЦП, электронной цифровой подписи, появился. Этот ГОСТ, соответствующий стандарт государственный, получил нумерацию R34-1094 и назывался как информационная технология к
криптографическая защита информации, процедуры выборки и проверки электронной цифровой подписи на базе асимметричного криптографического алгоритма. То есть идеи, в принципе, так сказать, витали в воздухе, да, применение асимметричного криптографического алгоритма. И вот, собственно, в конце прошлого столетия, да, эти идеи воплотились в соответствующем госстандарте 1994 года. Но опять же, этот стандарт фиксировал там и длину ключа рекомендованную, да, и размер экспоненты, соответственно, с той целью, чтобы повысить криптостойкость этого алгоритма. Ну и описывал по пунктам, да, какие именно действия предстоит выполнять в процессе подписания и проверки целостности подписанного документа. Но технологический прогресс не стоит на месте, да, технологии развиваются, и в 2002 году понадобилось усиление, да, криптостойкости тех алгоритмов, что предлагались в 1994, поэтому для обеспечения большей криптостойкости алгоритм взамен ГОСТа этого R341094 пришел на смену новый одноименный стандарт. Этот алгоритм написанный в ГОСТе R341010-2001. То есть, заметьте, разрабатывался он в 2001, ну а потом некоторое время, да, дается на адаптацию после публикации, принятия этого ГОСТа. И с 2002 года действовал уже новый. Он основывался на вычислениях в группе точек эллиптической кривой. И в соответствии с этим стандартом термины электронная цифровая подпись и просто цифровая подпись объявлялись синонимами. То есть уже не уточнялось, да, что это цифровая подпись именно электронной является. Предполагалось как само собой разумеющееся. Но опять же, вот в те времена, да, далекие уже, сколько там, начало нулевых годов, на различные аппаратные базы, да, что характерно для реализации на государственном уровне всех этих алгоритмов подписания и взлома соответствующих криптосистем, использовались аппаратура вот интеловская, да, то есть опять же в зарубежных разработок. И по сей день вот те платформы интеловские, можете там даже на сайтах официальных представителей Intel в России посмотреть, они не потеряли актуальности и по баснословным ценам пытаются продавать в России, но опять же не забываем о том, что в 2013 году тот стандарт 2002-2001 года был обновлен и с 1 января заменился на более криптостойкий, еще сильнее защищенный ГОСТ R3410-2012. Но опять же, да, в 2012 году его сформулировали, пришел, так сказать, в действие, приняли его к исполнению, вступил в действие, да, этот стандарт с января 2013-го. Ну, опять же, традиционная практика, когда некоторое время дается на адаптацию действующих систем к новым реалиям. Назывался же этот ГОСТ 2013 года как информационная технология, криптографическая защита информации, процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи. То есть лаконичнее, да, если на заре этой развития этой череды ГОСТов мысль звучала как процедуры выборки и проверки электронной цифровой подписи на базе, там, соответственно, уточнялись
потом базовые изменились, да, уточнялись с группами эллиптических кривых, стали работать, то в ГОСТе видим 2012 года, действующего с период с 2013. Это кратко описывается как процессы формирования. Не обязательно там могут быть и процедуры, да, может там какие-то функциональные реализации используются, но более общим словом назвали процессы, это формирование и, что немаловажно, проверки, да, потому что одно дело сформировать подпись, а как ее потом проверить, что это действительно подпись принадлежит своему владельцу, это отдельная задача, да, и соответствующим ГОСТе она подробно описывается для электронных цифровых подписей. Также в 2002 году в России был принят целенаправленно федеральный закон об электронной цифровой подписи. Цель принятия этого закона была достаточно благая, да? Заключалась в обеспечении правовых условий использования электронной цифровой подписи в электронных документах, при соблюдении которых электронная цифровая подпись в электронном документе признается равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе. И как раз с начала нулевых, да, с принятием соответствующего закона об электронной цифровой подписи, начался бурный перенос всех документооборотов в электронный формат. То есть даже образовательные организации, да, в своих бухгалтериях получали различные разнарядки из казначейства, отсчитывались о балансовых средствах в казначейство в электронном формате с подписью руководителя, его заместителей, да, бухгалтеров, ответственных за этот финансовые потоки, ну, принятие, распределение, все в электронном формате. То есть это выглядело примерно как там в казначействе выбиралась сначала дискета, да, там трехдюймовая, привозилась в это образовательное учреждение и в качестве подписания уже использовалась кассирами, да, там разных квитанций, отчетов бухгалтерами. Вот именно эта дискетка. То есть ставили дискету, ну, в тот момент, когда программа соответствующая запросила, ну и получилось, что эту дискетку потом, в принципе, могли вставлять не обязательно, да, владельцы этой подписи, а там уехал куда-нибудь директор в отпуск, а дискету из сейфа оставил вторым, третьим лицам. Ну и в результате, чтобы как-то эту электронную цифровую подпись, да, не дискретизировали, а дополнительно в конце года, да, там итоговый отчет все равно по-прежнему на бумаге приходилось отвозить, там томны, да, этих бумаг приходилось отвозить в казначейство. То есть электронная, она вроде бы удобна, но не на смену, опять же, а в дополнение к бумажному документообороту пришло. А где же еще можно найти или столкнуться со сферами использования электронных цифровых подписей? Естественно, в электронной торговле, да? Куда без этих электронных цифровых подписей, заверяющих, что оплата прошла и соответствующие деньги поступили на счета торгующей организации. Также можно столкнуться с применением ЭЦП в таможенных декларациях. То есть при заполнении, да, сопроводительных документов, при пересечении товаров между границ, ну, опять же, сейчас ряд, конечно, границ закрыты, но в тех областях, где такой государственный товарооборот продолжает вестись, там таможенные декларации уже давно и основательно заполняются в электронном виде.
Регистрация сделок в банках. Опять же, всякие банки онлайн, да, открытие, закрытие счетов клиентами, открытие каких-нибудь инвестиционных программ, их подписание на участие в этих инвестиционных программах осуществляется без визита в физическое вот, в здание банка дистанционно. И чтобы это благополучно осуществить, естественно, жизненно необходимым будет возможность генерации уникальной электронной цифровой подписи для клиента. Ну, к слову, не каждый браузер поддерживает, опять же, проведение оплат онлайн и регистрации различных банковских сделок с помощью ЭЦП пользователя. Но современный, да, там какой-нибудь Edge или Chrome ли взять, да, Google Chrome-овское решение, позволяет все это осуществлять. Также для контроля за использованием государственного бюджета давно и основательно используются электронные цифровые подписи. То есть можете заметить на сайтах государственных учреждений, если какие-то документы публикуются, финансовые в том числе, касающиеся распределения бюджетов, то внизу на смену скана рукописной подписи пришел набор цифр, причем с уточнением указывается до какого числа, да, до какого дня, месяца и года эта подпись действительно с ограниченным временем по действиям эта подпись формируется, но тем не менее выполняет свои функции. Ну и также в системах обращения к органам власти через тот же портал, да, соответствующий единому реестру всех членов государства, да, или как его, всех жителей, портал госуслуги, поддерживаемый вот частной корпорацией Рос, как он, телефония, да, Россвязь ли, ну и, соответственно, через этот портал госуслуги появляется возможность обращения к органам власти с соответствующим подписанием различных заявлений. Там, да, выход на пенсии, свадьбы, разводы, регистрации, снятие с учета транспортных средств и много-много других рутинных задач оказалось возможным решать без визита в физические здания, да, без отстаивания очередей физических, а дистанционно, благодаря электронному документообороту, охватывающим достаточно большое количество различных сфер жизнедеятельности. Но заметьте еще дополнение, что не только в системе коммуникации человек-человек эти электронные цифровые подписи могут задействоваться, с тем же успехом в коммуникациях вида робот и робот, да, эти электронные цифровые подписи могут использоваться. Или в коммуникациях вида человек-робот тоже соответствующие подписания различных команд, набора команд, учитывая, что в некоторых случаях эти роботы какие-то опасные для, ну, для той же экологии, да, операции могут проводить с какими-нибудь ядерными реакторами, то явно хотелось бы, чтобы команды и предписания этот робот получал от законных своих владельцев, да, не были бы эти команды перехвачены, и на какое-нибудь там на самоуничтожение бы ракета не включилась, не вылет, не покинув еще своего там носителя. Вот. Соответственно, в этих системах человек не человек, да, появляется необходимость тоже и возможность, соответственно, применения электронных цифровых подписей. Ну, в общих положениях, да, об ЭЦП подробнее можно в рекомендованной литературе, там несколько страничек почитать. Тем не менее, тезисно, если ключевые идеи, да, выжимку, так сказать, описывать, то отметим следующее.
По определению, электронная цифровая подпись, или кратко ЭЦП, это некоторый реквизит электронного документа, который служит для определения источника данных в этом документе и для защиты этого документа от подделки. Ну, то есть необходимы дополнительные еще инструменты, которые позволят определить корректность этой подписи, проверить, так сказать, эту подпись, ведь на глаз тут не определишь, да, кому именно этот набор цифр принадлежал. Необходимо какое-то соответствующее программное обеспечение, которое восстановит из набора цифр соответствующего владельца, идентифицирует, да, там, кому именно этот набор цифр в виде электронной цифровой подписи под данным документом принадлежал. Для получения же электронной цифровой подписи выполняется некоторое криптографическое преобразование электронного документа, которое потом присоединяется к подписываемому документу и таким образом логически объединяется с ним. То есть неотъемлемой частью документа оказывается его цифровая подпись. Ну, уникальный такой идентификатор, да, получается, который мог выработать только автор этого документа или владелец законный соответствующего электронного документа. Это дает возможность подтверждать целостность документа и идентифицировать подписавшего. Ну, заметьте, в примере, прозвучавшем ранее с дискетой, там как бы идентификация была бы затруднительна, да, это где-то дискета лежит, истинный владелец отошел, вот взял другой человек эту дискету, воткнул, подписался вместо истинного владельца. То есть, или там по отпечатку ли пальцев, или по какой-то сетчатке глазов ли, да, но это опять же может там насильным ли путем снятия отпечатков пальцев истинного владельца произойти, или сетчатка глаза тем более, да, может как-то не по доброй воле этого владельца оказаться в руках злоумышленников для подписания этих документов. Но тем не менее, цифровая подпись в общем случае для некоторого сообщения это некоторое число получается, которое зависит как от самого сообщения, так и от секретного ключа, который известен только подписывающему субъекту. При этом предполагается дополнительно, что эта электронная цифровая подпись должна быть легко проверяемой. То есть генерация длительная достаточно исходного секретного ключа может быть трудоемкой задачей, а проверить подписанное должно не занимать много времени. Вот. И также предполагается, что осуществить проверку подписи должен иметь возможность буквально каждый, без получения доступа к секретному фрагменту ключа. То есть где-то, да, предполагается открытый фрагмент ключа, какая-то открытая информация, и по этому открытому фрагменту, но про который достоверно известно, что он принадлежит подписывающему субъекту, естественно, и по этому открытому фрагменту мы восстанавливаем целостность документа и идентифицируем подписавшую сторону. При возникновении же спорной ситуации, связанной, как правило, с отказом подписывающего от факта подписи им некоторого сообщения, либо с попыткой подделки подписи, третья сторона, ну как такой независимый, да, судья, должна иметь возможность разрешить возникший спор. Ну, опять же, благодаря чему? Ну, благодаря той процедуре подписания и проверки подписания. Если все выполнено в соответствии с рекомендациями ГОСТа, то
эта задача независимого судьи разрешить ситуацию спорную должна оказаться решенной. Итак, концептуально задачи электронно-цифровой подписи свелись к следующим трем. Во-первых, с помощью ЭЦП нужно осуществлять аутентификацию источника сообщения. Во-вторых, должна иметься возможность установления целостности сообщения, то, что подписано именно то, что хотел человек подписать, а не так, как обычно при подписании банковских, да, различных документов, там ипотечных или кредитных договоров, мы можем наблюдать одним из пунктов, там маленьким-маленьким шрифтом прописано условие, что банк в одностороннем порядке может в любой момент времени пересчитать, да, изменить условия договора на свое усмотрение. Ну, тут волей-неволей ты все равно подписываешь этот документ, в соответствии с которым потом все равно у банка развязаны руки и могут все эти процентные ставки меняться, ну, в соответствии с форс-мажорами или там какими-нибудь экономическими кризисами. Может и досрочное востребование средств банком осуществляться. То есть, казалось бы, целостность этого сообщения установлена. Мы подписывали именно то, что в договоре и утверждалось. Но бывает так, что в этом договоре утверждается достаточно такое обширное, да, многозначно трактуемое нечто. Ну и третья задача, которая ставится перед электронной цифровой подписью, заключается в обеспечении невозможности отказа от факта подписи. Если в случае с рукописной подписью, да, бывает такая возможность, и в принципе можешь там сослаться, что был под каким-нибудь действием внешних обстоятельств непреодолимой силы, то в случае с электронной цифровой подписью, да, одна из задач этой ЭЦП заключается в невозможности отказа. То есть как кровью, да, подписался уже, все, обратной дороги не будет. Ну и для реализации общей схемы функционирования цифровых подписей потребуются два алгоритма. Первый – это алгоритм вычисления электронной цифровой подписи, ну, того самого, да, контрольного значения, как контрольной суммы своеобразной. А второй – алгоритм проверки, ну, то есть восстановление, идентификации действительно этой контрольной сумме соответствует подписанный текст документа и подписывающая сторона, тот самый субъект, да, который подписывал этот документ, будет идентифицировать данное ЭЦП. Каковы же требования, предъявляемые к упомянутым алгоритмам? Во-первых, необходимо исключить саму возможность получения электронной цифровой подписи без использования секретного ключа. Секретного, подчеркиваю, значит, этот ключ должен знать лишь один человек. Да? Не забываем, что знают двое, то знает и свинья. Да? Соответственно, секретный ключ должен храниться в секрете именно законным владельцем этого ключа. Ну, при генерации соответствующих ЭЦП с помощью открытого программного обеспечения подобное формируется при, допустим, в процессе генерации, да, стартовой рандомной комбинации, когда просят владельца там мышкой подвигать, подергать, там случайные клавиши понажимать, ну и плюс обращается этот программный продукт к системному таймеру. То есть генерация уникального совершенно ключа, который будет связан с этим владельцем секретного ключа, да, секретной части, которая именно с владельцем, который в процессе генерации этой подписи находился за терминалом. Второе требование
заключается в гарантировании возможности проверки электронной цифровой подписи без знания какой-либо секретной информации. То есть появляется фрагмент, открытый для ключа. Есть ключевая информация, да, и получается она на два фрагмента рассыпается. Секретный никому не известен, кроме, возможно, владельца, хранящего этот секрет, как зеницу ока. А открытый фрагмент ключа публикуется. Ну, опять же, должен самим владельцам передаваться, так сказать, из рук в руки, да, по защищенному каналу в центр сертификации. А когда владелец этот свой открытый фрагмент ключа передаст по соответствующему каналу непосредственно центр сертификации, то потом появляется, как следствие, возможность проверки ЭЦП по этому открытому фрагменту. То есть любой желающий, опять же, придет в центр сертификации, возьмет открытый фрагмент и сличит, будет ли соответствовать, да, подписанное подписываемому или не будет. Общая схема же электронной подписи включает в себя следующие этапы. Первый этап базируется на алгоритме генерации ключевой пары. Пары для пользователя, который случайно выбирает секретный ключ и вычисляет соответствующий ему открытый ключ. Ну, опять же, как упомянул выше, да, выбор секретного ключа с той целью, чтобы он был достаточно длинный, да, не должен базироваться на таких базовых вопросах, как там, допустим, девичья фамилия матери или там кличка первой собаки, какое-нибудь любимое время года и прочее, прочее. А этот секретный ключ должен существенно быть такой длинной последовательностью. Ну и как результат для его генерации, вот среди прочего, да, можно случайные хаотичные движения мышки пользователя запросить. Или, допустим, какие-нибудь случайные клавиши, да, понажимать, плюс с системного таймера дату взять. На то он и секретный, несбиваемый ключ. А вот те контрольные вопросы, что мы, допустим, при обращении в банк на горячую линию отвечаем, это не столько секретный ключ, потому что они как бы известные, да, получается, и перебором их ли можно снять, а как некоторая дополнительная ступень защиты. Помните, что банковские, да, там используют трехфакторную авторизацию. И вот как один из этих трех факторов оказывается когнитивный фактор, то есть знание некоторой дополнительной информации, которую другие якобы не знают, но вот лишь владелец того или иного счета будет этой информацией владеть. Далее, второй этап общей схемы электронной подписи заключает непосредственно формирование подписи, когда для электронного документа с помощью секретного ключа вычисляется подпись. Ну, как это выглядит вот в действии, да, взяли раньше дискет, сейчас вот флешки на флешках, опять же, центр сертификации в качестве дополнительной услуги вам эту же флешку и продаст. Только если китайская с AliExpress стоила $1, то с логотипом сертифицированного центра эта же флешка вам придет в сотни долларов. Ну и как результат формирование подписи будет заключаться в том, что вы в нужный момент воткнете эту флешку, потом вытащите и дальше ее будете хранить в каком-нибудь строжайшем секретном месте. Третий этап общей схемы формирования подписи заключается в проверке, так называемой верификации, да, верификации подписи. В чем суть этого этапа? Ну, в том, что для документа и его подписи с помощью открытого ключа определяется действительность подписи. То есть не был ли сбит текст документа, там одного бита, да, достаточно изменить, чтобы подпись уже не сошлась. Не была ли подпись подделана, то есть настоящий владелец ее
оказывался бы другим. Ну, тоже достаточно сложная задача, да, и тем не менее некоторые методы и решения ныне существуют, ну и постоянно улучшаются, да, это нет предела совершенства, что называется. А в зависимости же от алгоритма, та функция, которая формирует подпись, может быть детерминированной или недетерминированной, так называемой вероятностной. Ну, в чем вот как бы идеи ключевые, да, в чем их сходство и отличие. Как полагается, известно из теории алгоритмов, разделение между детерминированными, такими предначертанными, да, известной последовательностью выполняющимися алгоритмами, и недетерминированными, вероятностными алгоритмами, когда фрагменты или этапы этих алгоритмов могут одновременно несколько разных выполняться, но с определенной долей вероятности. Детерминированные функции всегда будут находить одинаковую подпись для одного и того же документа. В этом и их сила, с одной стороны, и тут же слабость оказывается. То есть можно попытаться, да, по этому результату подписания восстановить секретный фрагмент ключа. Вероятностные же функции вносят в подпись элемент случайности. Ну, с какой целью, да, чтобы повысить криптостойкость алгоритмов электронной цифровой подписи. То есть уже нельзя будет, значит, вероятностного подхода для взлома этого алгоритма применить, если каждый раз подпись оказывается уникальной. Подписываешь один и тот же документ, но всякий раз на выходе получается новая числовая последовательность. Это усложняет, конечно, в некоторой степени этап проверки подписи, действительно ли это та самая подпись для этого документа и тем самым исходным человеком, законным владельцем этой подписи поставлена. Но с другой стороны, для вероятностных схем потребуется либо аппаратный генератор шума, белый шум так называемый, да, генерируется, либо криптографически надежный генератор псевдослучайных бит, последовательности псевдослучайных чисел, а это усложняет дополнительное использование этих электронных цифровых подписей. Но опять же, за дополнительную плату, как повышенной криптостойкости, флешка, да, вам предоставляется в центр сертификации. Флешка с криптографической защитой. Ну, в принципе, не только флешки, да, но и носители на SSD, да, жесткие диски, да, имеют криптостойкие алгоритмы шифрования данных. Ну и, соответственно, повышают целостность записываемых на эти носители данных, так и предупреждает доступ к этим данным третьих лиц, которые не будут знать ключевой информации, ну, без знания пароля, да, просто жесткий диск или SSD-накопитель не выдаст нужной последовательности, не считает ее с этого носителя. То есть на аппаратном уровне все это надежно шифруется. Ну и различаем одноразовые схемы электронных цифровых подписей и многоразовые схемы электронных цифровых подписей. Для одноразовых после проверки подписи нужно сразу же проводить замену ключей. То есть вот короткий промежуток времени, да, один раз выданные ключи действуют, после применения, после подписания этими ключами, они уже оказываются не актуальны. То есть можно их выкидывать, сжигать, да, и, соответственно, в дальнейшем для подписания следующего документа будет выдаваться уже новый ключ. А многоразовые схемы ЭЦП этого не требуют. Ну, опять же, само название, это многоразовость данной схемы об этом говорит. Удобнее оказывается в использовании. Все же многоразовая схема
То есть каждый раз бегать, ездить в центр сертификации не понадобится. Но в то же время одноразовая оказывается более криптостойкая, очевидно. Использование же термина «подпись» оказывается оправдано тем, что цифровая подпись имеет много общего с обычной собственноручной подписью на бумажном носителе. Собственноручная подпись также решает три вышеперечисленные задачи. Но однако между обычной и цифровой подписью имеются существенные различия. Ну, сведенные в одну таблицу, да, существенные различия между обычной и цифровыми подписями можно в дополнительной литературе, в рекомендованной Алферову, посмотреть на странице 366. Там удобно все эти в таблицу данные сведены. И вот некоторая выдержка из этой таблицы. Ну, сравним слева для собственной ручной подписи, что характерно, а справа, что для цифровой подписи характерно. Собственноручная подпись не зависит от подписываемого текста. Она оказывается всегда одинаковой. Ну, там плюс-минус, да, чуть-чуть наклон там влево-вправо, опять же, от скорости подписания может зависеть, но от подписываемого текста никакой зависимости нету. Что бы вы ни подписывали, вы примерно одну закорючку поставите. А цифровая же подпись зависит от подписываемого текста и практически всегда оказывается разной. То есть такой, благо чисел бесконечно много и хватит на тысячелетия вперед. Да? Главное, чтобы они были уникальными и по определенным правилам связаны с текстом подписываемого документа и подписывающего субъекта. Во-вторых, собственноручная подпись неразрывно связана с подписывающим лицом, и она однозначно определяется его психофизическими свойствами. Ну, то есть не может быть утеряна. Ну, разве что там какое-нибудь сотрясение, да, получил головного мозга и забыл, как подпись его выглядит. То есть при выходе этой психомоторики из строя, при смене психофизических свойств человека, конечно, потеряется его подпись. Но в базовой комплектации, да, когда никаких форс-мажоров нету, подпись примерно закреплена за человеком, оказывается. В то время как цифровая подпись определяется лишь секретным ключом, принадлежащим подписывающему лицу. А значит, она легко может быть утеряна этим владельцем. То есть нет необходимости, да, получать сотрясение головного мозга, просто эту флешку в дырявый карман положил, затерял, все, у тебя этой подписи уже нету. А, в-третьих, собственноручная подпись неотделима от носителя, ну, той бумаги, да, грубо говоря, на которую она поставлена. И поэтому отдельно подписывается каждый экземпляр документа. На каждой странице, даже если вы какой-нибудь банковский договор подписываете, да, на каждой странице должен ваш автограф остаться. В то время как цифровая подпись достаточно легко отделима от документа и поэтому оказывается верной для всех его копий. Вообще в цифровом мире, да, копипаста значительно проще. Заметьте, как на заре книгопечатания для создания бумажного копии бумажной исходного от оригинала целые коллективы трудились над этим копированием. В то время как для копирования цифрового фрагмента Ctrl-C, Ctrl-V вместе с электронной подписью, с самим документом получили копию в неограниченном количестве. Но опять же,
дополнительные алгоритмы, защищающие от копирования некоторого набора, да, цифровой информации, тоже существуют на сегодняшний день и бурно развиваются. Как бы как такие средства противодействия копированию. Далее, в-четвертых, собственноручная подпись не требует для реализации дополнительных механизмов, в то время как цифровая подпись, очевидно, требует дополнительных механизмов, которые будут реализовывать алгоритмы ее вычисления и проверки. Чтобы вам собственноручную подпись поставить, там руки достаточно, да, вашей, никаких средств не нужно. В руку взяли и автограф поставили. Ну или отпечаток пальца оставили, да, как тоже некоторый аналог собственноручной подписи оказался. Или параметры биохимические сняли, да, допустим, сейчас на эту больницу, поликлинику, когда приходишь на прием, первым делом, с каким бы вопросом, там, за какой справкой или чем не обращались, первым делом с вас снимут биохимические показатели, да, то есть воткнете палец в соответствующее устройство и там давление, да, насыщенность кислородом крови будет соответствующее. Показатели сняты, ну и идентифицируется, да, там, ну, с некоторой погрешностью, тем не менее, клиент, так сказать, идентифицируется с помощью этого механизма. В то время как для цифровых подписей, ой, для собственноручных подписей вам ничего подобного не требовалось. Ну и как следствие, ну или неотъемлемая часть, да, этих дополнительных механизмов, наконец, для собственноручной подписи не потребуется создание поддерживающей инфраструктуры, то есть дорогостоящий серверный сегмент, да, хранящий все эти открытые ключи, актуализирующий данные, хранящиеся в этих открытых ключах, опять же, хранящий, потерявший актуальность, сведения, то есть они не должны удаляться, а накапливаться постепенно, и такой цифровой след остается каждый, за каждым из жителей, да, цифровой эпохи. Ну и в соответствии с этим как раз цифровая подпись настоятельно требует создания доверенной, что немаловажно, инфраструктуры. В этой инфраструктуре как раз сертификаты открытых ключей должны объективно генерироваться и сохраняться в целостности. Соответственно, идентификация владельцев этих сертификатов открытых ключей должна будет проводиться. Ну и как результат, в этой же цифровой инфраструктуре дополнительные затраты на обслуживание появляются. Ну и в связи с этим цена, да, стоимость повышается у этой электронной подписи. А надежность же схемы цифровой подписи определяется сложностью следующих трех задач. Во-первых, подделки подписи. То есть для нахождения значения подписи под заданным документом лицом, не являющимся владельцем секретного ключа. Во-вторых, создание подписанного сообщения, то есть нахождение хотя бы одного сообщения с правильным значением подписи. И в-третьих, подмены сообщения. Ну, фактически, это значит подбор двух различных сообщений с одинаковыми значениями подписи. Сложная достаточно задача, но с помощью математических алгоритмов на сегодняшний день так или иначе решаемые. Какие же существуют объективно подходы к созданию схем цифровой подписи? Первый из подходов базируется на схеме, основанной на системе шифрования с открытыми ключами. То есть такие универсальные схемы шифрования, та же RSA, да, которая
фрагмент секретного ключа, фрагмент открытого ключа разделяет. И вот на таких универсальных системах шифрования с открытыми ключами можно создавать схемы цифровой подписи. Второй подход предполагает разработку схем специально разработанными алгоритмами. То есть уникальные и неприменимые ни к чему иному, кроме как для решения этих узкоспециализированных задач подписания текста в целях сохранения его целостности и идентификации подписывающей стороны, опять же, в целях авторизации и валидации этого подписывающего. Третий же подход, ну, такая другая крайность, да, это схемы на основе симметричных систем шифрования. То есть для подписания документа и для проверки целостности этого документа вам фактически один и тот же ключ необходим будет. Но тем не менее, такие схемы тоже существуют и имеют место в практике, да, электронного документооборота. Рассмотрим более подробно электронные цифровые подписи на основе шифросистем с открытыми ключами. Ну, так называемые асимметричные, да, криптосистемы. Припоминаете, ярким примером которой являлась система RSA. В первом пункте разберем схемы ECP, электронных цифровых подписей, с восстановлением текста. То есть идея в чем заключается? В том, чтобы можно было бы по подписи восстановить соответствующий текст, который она подписывала. Идея как раз использования систем шифрования с открытыми ключами для построения систем цифровой подписи как бы закладывается непосредственно в самой формулировке задачи. Пусть у нас имеется пара преобразования, вот те самые E и D, как encryption и decryption, первый из которых зависит от открытого ключа, а второе зависит от секретного фрагмента ключа. Для вычисления электронной цифровой подписи S, как сигнатура, да, такая, для подписи S, соответствующий сообщению M-месседжу, да, владелец секретного ключа может применить к сообщению M второе преобразование, то есть вычислить значение D от M. И получившееся число S объявляется той самой сигнатурой, электронной цифровой подписью к сообщению M. В этом случае вычислить подпись может только владелец секретного ключа, в то время как проверить электронную цифровую подпись путем вычисления значения E от S сможет каждый, кто знает открытый ключ. Как эта проверка будет осуществляться? Посчитаем E от S и сравним получившийся результат с подписываемым сообщением M. Если эти значения совпадают, E от S равно M, то приходим к выводу о корректности подписанного документа. Ну, а в случае, когда M отличается от подписанного сообщения, то отклоняем его. Основными же требованиями к преобразованиям E и D предлагаются следующие. Ну, во-первых, выполнение равенства должно быть. Значение E от D от M должно совпадать с значением M на всех сообщениях возможных значений M. Каким бы ни было M, вычисление этой асимметричной обратной функции E от D от M должно привести к M. Композиция, да, этих функций E и D. Во-вторых, невозможно вычислить значение D от M
для заданного сообщения M без знания секретного ключа. То есть, чтобы никто иной, кроме как законный владелец этой подписи, не смог подсчитать D от M и сгенерировать эту контрольную сумму, да, сигнатуру S. Отличительной же особенностью предложенного способа построения электронных цифровых подписей является возможность отказа от передачи самого подписываемого сообщения, потому что его можно восстановить по значению подписи. То есть, если само сообщение M не передается, а передается лишь S, то вычислив E от S корректным способом, придем к выводу, что нами было получено то самое M. Но в связи с этим подобные системы называют схемами цифровой подписи с восстановлением текста. Приведем пример использования криптосистемы RSA в этой схеме, когда по сигнатуре S целиком сообщение M восстанавливается. Предположим, что пользователь А, Алиса, да, традиционно, хочет подписать сообщение M, месседж свой, да, там, и отправить его пользователю Б, Бобу так называемому. Да, и вот Алиса и Боб сообщение M передают. Алиса Бобу передает. Генерация ключей отправителя А совпадет с генерацией ключей в алгоритме RSA. Как это происходило? Выбираются два простых больших числа P и Q. Чем больше, тем лучше. Чем ближе друг к другу еще, тоже лучше. Вычисляется N. Перемножить большие целые не составляет особого труда. Находим N равное P на Q. Потом выбирается E, число, которое будет взаимно простым с числом Phi от N. Фи от n легко вычисляется, когда известны p и q, простые множители числа n, потому что достаточно нам p минус 1 умножить на q минус 1. Напомню, это у нас количество, значение функции Эйлера, как количество чисел взаимно простых с n, но меньших, чем n. Если n раскладывается на простые p и q, то таких из элементарных комбинаторных рассуждений получается чисел равно p минус 1 умноженное на q минус 1. Ну и вычисляется число d, такой секретный ключ, да, как число обратное к e по модулю phi от n. Его легко можно будет вычислить, если известно опять же phi от n чему равно. Потому что возведение в степень, да, это не трудоемкая операция. Дискретное потенцирование быстро решается, в отличие от дискретного логарифмирования. После этого открытым ключом объявляется пара N и E. Та самая пара чисел N и E. А секретный ключ формирует число D. Его должен знать только владелец соответствующего ключа, секретный его фрагмент. Формирование подписи отправителем А проходит через три шага. Первым шагом оцифровывается сообщение M, получается некоторое число, тоже по разным правилам оно может оцифровываться, желательно, чтобы энтропия сообщения при этом существенно уменьшалась, то есть фактически можно там в WinRAR, да, в архив сжать это текстовое сообщение и посмотреть последовательность байт, которая в этом RAR-архиве сохранилась. Получится некоторое число X. В более простой интерпретации взяли в кодировке, да, там в ASCII кодах ли, в CP866 ли, да, CP1251 ли, в какой-нибудь в кодировке взяли и каждой букве поставили в соответствии определенное число, как номер последовательный в алфавите, тоже вполне приемлемая оцифровка сообщения. Вторым шагом вычисляется подпись, как результат возведения
числа x в степень d по модулю n. Это быстро решается, да? Более того, этот процесс можно распараллелить, меньшие множители d разбив, и, соответственно, за быстрое время, да, s будет вычислено. Третьим шагом передается получателю, Бобу, сообщение m и его подпись s в виде пары ms. На стороне Боба, на стороне получателя, происходит проверка подписи по следующему, опять же, трехшаговому алгоритму. Первым шагом, получив пару m' и s с подписью s, где m' возможно измененное сообщение m, Боб на открытом ключе отправителя находит число x как результат возведения в етую степень подписи s по модулю n. E и n у нас открытые, да, известные Бобу. S возводится в степень e, вычисляется таким образом x. Ну и это будет оцифрованное сообщение m. На втором шаге переходим от числа x к буквам сообщения. Получается сообщение m. Ну, в простейшем случае это могут быть просто порядковые номера в алфавите. Да, из этого числа x выбираются порядковые номера в алфавите, и буквы сообщения m накапливаются. Если окажется, что m-штрих, полученная в паре с сигнатурой S, совпало с M, то Бобом принимается сообщение M и его подпись S, да, считается действительной. То есть для сообщения M, совпавшего с M-штрих, после этой проверки приходит к выводу о целостности этого сообщения. Ну, рассмотрим на конкретном числовом примере. Допустим, Алиса хочет создать подпись под сообщением яд. Выбирается номер n равный 11023 из произведения простых 73 на 151. Вычисляется фи от n, когда известны P и Q, это быстро можно сделать. Получилось 10800. Выбирается E, взаимно простое, с 10800. Например, 11. Да. С тем же успехом можно и другое было выбрать. Ну, взяли 11. Главное, что оно взаимно просто с 10800. Вычисляем D, как E в минус 1 по модулю фи от N. Получилось 5891. Открытым ключом объявляется пара 11023 и 11. Секретный ключ – это 5891. Приступаем к формированию подписи отправителем А. На первом этапе оцифровывается сообщение. Если M было яд, то X по порядковым номерам букв, формирующего это сообщение – окажется 3204. Вычисляется теперь для этого номера подпись как результат возведения в степень, равную секретному ключу, по модулю, открытому модулю n. Возводим в эту степень, ну, предварительно разбив 5891 на составляющие. 5891 представили как двойка, умноженная на 2945, да плюс еще единичка. Ну и следовательно, по свойству степеней это можно свести к последовательному вычислению 3204 в квадрате по модулю 11023. Потом результат возведения в квадрат будет возводиться в 2945 степень по модулю 11023. И последним действием это результат возведения в 2945 степень по модулю
1,23 умножится на еще раз 3204. Ну и в результате по модулю 11023 получилось 7820. Сформированная пара месседжа M и 7720 сигнатуры той самой передается пользователю B. Тот уже на своей стороне начинает проверять целостность подписанного фрагмента, результатом которого будет вывод принимать или опровергать это, отвергать это сообщение. Вот. На стороне получившего Боба проверка за 3 шага выполняется. Получив пару M'7820 с открытой подписью S, та самая 7820, а M' возможно измененное сообщение M, Боб на открытом ключе отправителя находит число X, то есть оцифрованное сообщение M. И переходя к буквам потом, получает это сообщение ЯД. Ну, если оказалось, что S после возведения в степень E по модулю N будет 3204 равняться, то разбив по двум цифрам, по двум разрядам, получаем 32 номер буквы в алфавите, это буква Я, и четвертая буква алфавита, это буква D. Если M-штрих, принятая этим Бобом, совпало с восстановленным сообщением, то Боб принимает как правильное это сообщение и его подпись. Хотя, в принципе, как подчеркиваем, да, это M-штрих могло и не передаваться. Бобу достаточно знать это подписанного восстановленного сообщения M, которое он через открытый ключ получил из сигнатуры S. Если же вместо пары ЯД и 7820 получена оказалась пара МЕД и 7820, то эта подделка сообщения будет обнаружена и может даже стоить получателю жизни. Представьте, что там на баночке подпись, и тут яд и соответствующее число. Если кто-то заменит бирку яд на мед, оставив ту же подпись, то это можно будет обнаружить, да? Если уметь как раз проверять целостность этого сообщения и идентифицировать подписавшего. Для подписи длинного сообщения его приходится разбивать на фрагменты, на блоки, и подписывать каждый блок по отдельности, что требует достаточно большого времени. Но заметим, что если при передаче сообщения дополнительно это сообщение шифруется с помощью асимметричного шифра, то пара преобразований E и D, используемая в схеме цифровой подписи, должна будет отличаться от той пары, которая использовалась для шифрования сообщения. Ведь в противном случае появляется возможность передачи в качестве шифрованных ранее подписанных сообщений. Ну и при этом более целесообразно оказывается шифровать подписанные данные, чем делать наоборот, то есть подписывать шифрованные данные. Поскольку в первом случае противник получит только шифротекст, а во втором случае противник получит как открытый, так и зашифрованные тексты. То есть для сохранения режима секретности это не подходит. Ну и очевидно, что рассмотренная схема цифровой подписи на основе пары преобразований E и D будет удовлетворять требованию невозможности подделки, в то время как требование невозможности создания подписанного сообщения окажется невыполненным. Но в самом деле для любого значения сигнатуры S каждый сможет вычислить значение E от S, равное M, и тем самым
получить исходное подписанное сообщение. То есть получается, это сообщение мне будет секретным. Требование же невозможности подмены сообщения будет заведомо выполняться, так как преобразование, используемое в процессе подписания, взаимно однозначным оказывается. Далее рассмотрим асимметричную схему формирования электронных цифровых подписей на основе алгоритмов асимметричного шифрования. Они более распространены и широко применяются в жизни. Если в асимметричных криптосистемах шифрование выполняют на открытом ключе, а дешифрование на секретном ключе получателя, то в схемах формирования электронных цифровых подписей подпись производят наоборот, с помощью секретного ключа, а проверку этой подписи осуществляют с помощью открытого ключа пользователя, передающего сообщение. Схема ЭЦП здесь меняет роли секретных и открытых ключей. Создать же легитимную и качественную электронную цифровую подпись без обладания секретным фрагментом ключа должно быть трудоемкой задачей и в вычислительном плане занимать достаточно продолжительный промежуток времени. К недостаткам таких ЭЦП традиционно относят следующее. Асимметричные системы электронных цифровых подписей базируются, как правило, как и асимметричное шифрование, на вычислительно сложных задачах. Ну, например, задачи факторизации или дискретного логарифмирования, или еще не менее сложная задача извлечения квадратного корня в кольцах вычетов. Сложность этих задач математически строго не доказана, и поэтому прогресс в математике может привести к взлому этих систем. Вычисления при этом могут проводиться в группе точек на эллиптических кривых. Ну, так, например, российское ЭЦП именно на схеме с эллиптическими кривыми базируется. Или может использоваться в полях Галуа. Примером такой схемы служит DSA, зарубежная, да? Схема применяет вычисления в полях Галуа. Для увеличения криптостойкости электронной цифровой подписи жизненно необходимо увеличение длины ключей. А это, как следствие, заставляет переписывать программы, реализующие данные схемы, и даже перепроектировать аппаратную базу, аппаратуру, которая реализует это шифрование. Опять же, в упомянутых сегодня различных носителях, как флеш-накопителях, так и в стационарных каких-нибудь SSD накопителях большего объема, все алгоритмы, участвующие в сохранении данных и их восстановлении с этих носителей, используют ключи ограниченной длины, и при усилении криптостойкости этих алгоритмов приходится увеличивать длину ключа, значит, перепроектировать соответствующую аппаратуру. Кроме того, существуют разные и другие разновидности цифровых подписей. Ну, а именно, так называемая групповая подпись, или так называемая неоспоримая подпись, или доверенная подпись, когда через доверенное лицо, да, не сам законный владелец, а посредованно через доверенное лицо эта подпись формирует.
И, наконец, слепая подпись. Когда эта подпись ставится на документе без ознакомления с самим документом. Подпись слепую. Ну, рассмотрим еще схемы ЭЦП с дополнением, с применением так называемых хэш-функций или функций хэширования. Вторым пунктом, да, в продолжении этих изложений различных схем ЭЦП. Схемы с хэш-функциями – это другой подход к построению ЭЦП на основе систем шифрования с открытым ключом. Он состоит в использовании бесключевых функций, так называемых хэш-функций. Что это такое? Хэш-функции – это фактически функции, которые предназначаются для реализации различных алгоритмов сжатия произвольного сообщения. То есть представьте себе исходное сообщение у вас объемом 100 миг войны и мир, там мегабайт символов, да, миллионы букв. А хэш-функция будет компактна. Если произвольной длины сообщения хотите этой хэш-функции свернуть, то можно использовать такую битовую комбинацию фиксированной длины как некоторое контрольное значение, уникальное для разных текстов. То есть, заметьте, изначально, если была томик «Войны и мир» на мегабайты, то вычисленная какому-нибудь MD5 алгоритму хэш-функция займет существенно меньший объем. Но опять же, обратите внимание, да, что для разных файлообменных систем, онлайн сети интернет доступных, рядом со скачиваемыми файлами или загружаемыми на эти сервера файлообменники публикуется и хэш-функция, значение этой хэш-функции. Ну, проверить, которую можно, допустим, в том же Norton Commander, да, там есть и соответствующие реализации в Total Commander, и в системах для Android, да, опять же, бесплатные реализации этих файловых менеджеров, которые для загруженного файла позволяют вычислить эту контрольную сумму, слечив, действительно ли вы загрузили то, что соответствует этой хэш-функции, там, MD5, да, распространенное значение. Ну, не знаю, допустим, на серверах Alt Linux, когда вы хотите скачать образы установочных дисков, то в комплекте с самим ISO-файлом будет рядом лежать и результат вычисления этой самой хэш-функции. Для файла, объемы которого занимают гигабайты, компактные, в свернутом формате, контрольное значение прилагается. Эта битовая комбинация всегда имеет ограниченную, фиксированную небольшую длину, свертку. Для заданного сообщения N сначала вычисляется значение некоторой хэш-функции H от M. Естественно, восстановить по этому значению h от m само сообщение m не представляется возможным, но, зная сообщение m, проверить и вычислить это h от m достаточно просто. Ну, как бы своеобразное слепое подписание произойдет, да? То есть не само m будет подписываться, а его свертка. Краткая, так сказать, хэш, результат его хэширования. Значит, вычисляется значение подписи сигнатуры S как D от H от M. В таком случае по значению подписи уже нельзя будет восстановить сообщение. Получается, восстановится лишь H от M. И поэтому подписи необходимо передавать вместе с сообщениями. Ну, опять же, с какой целью это может делаться? Ну, с той, что подписать
значение хэш, хэш-функции проще и быстрее, чем подписывать исходное длительное сообщение M. В то время как по криптостойкости это не будет уступать, такая схема, да, не будет уступать вышеописанному результату подписания исходного сообщения M. Такие подписи получили название подписи с использованием хэш-функций или так называемые цифровые подписи с дополнением. То самое дополнение – это краткая кодовая контрольная сумма, вычисленная ранее для большого длинного сообщения M в целях, опять же, повышения криптостойкости и увеличения скорости алгоритмов подписания. Заметьте, одно дело, если вы подписали какие-то документы, да, и отправили на долгое хранение в архив. Совершенно другое, если вы в интерактивном режиме осуществляете видео или аудиотрансляцию в сети интернет. То есть в роли этого сообщения может с тем же успехом быть видеокадр, и чтобы идентифицировать этот видео или аудиофрагмент, и при этом целостность этого кадра, видео или аудиофрагмента проверить, должна быть возможность быстрого подписания и проверки этого подписания, так сказать, на лету буквально. Заметим, что системы подписи, построенные с использованием бесключевых хэш-функций, заведомо удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к цифровым электронным подписям. Например, невозможно создать сообщение с известным значением подписи. Почему? Ну, потому что бесключевая хэш-функция должна быть однонаправленной. То есть в одну сторону подсчитать это значение можно быстро, а восстановить, обратить эту функцию не представляется возможным без знания соответствующего секрета. В качестве же системы шифрования с открытыми ключами можно использовать популярную, достаточно простую в реализации систему RSA. То есть эта система, в принципе, удовлетворяет, опять же, и такой схеме, к такой схеме может легко адаптироваться. Как именно? Объявляем в качестве открытого ключа пару N и E. В качестве секретного ключа объявляем число D, как по определенным правилам, связанным с E и N. А в качестве H берем бесключевую хэш-функцию. Формирование подписи отправителем Алисой будет следующие три этапа проходить. Для заданного сообщения M на предварительном этапе сначала вычисляется хэш-функция H от M. На втором этапе вычисляется подпись S как результат возведения в D-тую степень ранее вычисленного H от M по модулю N. И третьим этапом передаем Бобу сообщение M с его сигнатурой в виде пары M и S. Для проверки подписи, получившей пару M-S Bob, сначала вычислить значение хэш-функции H от M-, потом на открытом ключе отправителя A, но подчеркиваю, он должен быть уверен, что этот ключ именно отправителю принадлежит, а не третьим лицам. Итак, на открытом ключе именно отправителя А будет находиться H от M как S в степень E по модулю N. И если значение H от M, вычисленное на предыдущем шаге, совпадет с H от M штрих, вычисленное предварительно, то принятое сообщение объявляется правильным. То есть по хэш-функциям совпадению этих хэш-функций приходят к выводу о правильности этого
сообщения. Ну, в финале, да, общую схему работы ЭЦП, резюмируя сказанное, можно увидеть на слайде. Есть открытый текст, есть его хэш-функция, дайджест сообщения закодированного, частный ключ зашифрованный дайджест этой подписью заверил и в объединении с открытым текстом отправил в открытый космос, да, в этот интернет. На получающей же стороне разделили текст от подписи. На текстах